Уход из жизни подростка – это всегда трагедия. Вдвойне ужасно, когда молодые люди идут на это сознательно. Какие меры нужно предпринять, чтобы уменьшить количество таких случаев, говорили на заседании правительственной комиссии. Проблемы в семье, в общении со сверстниками, несчастная любовь, отсутствие душевного равновесия – основные причины, которые толкают подростков на отчаянный шаг. Один из случаев произошел в Маргаушском районе. Отравление таблетками, подросток. Семья у нас ранее состояла на учете. Этот подросток обучался в городе Чебоксары. У него была подруга. Мы выясняли, и девушка тоже отравилась, тоже ее еле откачали в больнице. 6 случаев с начала года. В прошлом году их было 8. Несмотря на то, что у нас идет снижение, но каждый факт смерти несовершеннолетнего ребенка является, конечно, достаточно большой трагедией. И на сегодняшний день мы очень сильно выделяемся по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа по количеству суицидальных проявлений. У нас самое крупное количество суицидов было, это в 2016 году 12 случаев было. Для примера, Нижегородская область, где количество подросткового населения на 2 раза больше, там было 4 всего случая. В этой очень серьезной и деликатной теме должен действовать принцип «не навреди». Взаимоотношения взрослых и подростков – это совместное поле деятельности родителей, учителей и психологов. Комплексные профилактические мероприятия помогают подросткам выйти из состояния душевной травмы. В республике работают телефон доверия, мобильные бригады психологической помощи. Особое внимание – безопасному использованию интернета. Подросткам рассказывается о правильном использовании персональных данных, о мерах безопасности в интернете. Охвачено более 2000 школьников. Кроме того, недавно буквально наша общественная организация «Перекресток» еще один проект выиграл под названием «Дети из сети», который тоже будет направлен на безопасное обращение с сетью интернет. Но все эти меры не принесут нужного результата без помощи родителей. Слышать и слушать собственного ребенка. Этот совет поможет сохранить его жизнь. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Павел Рядков, Республика.